Контракт стоимостью почти 195 миллионов рублей на строительство школы в селе Нагаево под Уфой получила местная фирма «Эстра». Вторую очередь школы на 950 мест площадью около 8,5 тысяч квадратных метров компания должна построить к началу следующего учебного года. По информации издания «Коммерсант», строительная фирма «Эстра» была единственным участником аукциона мэрии и предложила выполнить работы по начальной цене. Отмечу, в рейтинге Федерального центра стратегических разработок за прошлый год Башкортостан в первой десятке регионов по числу госконтрактов, заключенных с единственным поставщиком. Эксперты связывают это с недостаточной осведомленностью бизнеса и сложными конкурсными процедурами.